Всем привет! Мы на выставке «Арсенал». В гостях компания «АИР», город Златоуст. Сергей, мы вас приветствуем. Рады с началом выставки. Точнее, уже она идет, уже, конечно, третий день. Так что расскажите нам, пожалуйста, как выставка проходит, что у вас в этом году уходящем, да? Мы знаем, что следующий год уже не за горами, и, может быть, что-то посоветуете, ну, подарки, там уже люди думают, что купить, приобрести, порадовать близких, друзей. Вас может... понял, да. Ну так, в общем, вопрос... у нас совсем маленький перечень вопросов, да. Можно начать сначала, да. Вопрос понятен. На самом деле... Трясись этим меню еще раз, да. В уходящем году мы представили несколько новинок. И вот как раз о них я сейчас и хотел вам рассказать. Например, нож Ронин. Ронин, наш, да? Ронин. Ронин это самурай, который ушел со службы, ну, вы знаете. Да. Так вот, у нас еще майор был Пронин, так что тут как бы не перепутать сразу. Не-не-не, его не перепутайте. Значит, наш новый технолог хочет вдохнуть, что ли, новую идею делать более современные ножи. И это как раз таки вот первая модель, которая стремится в этом направлении. Здесь идут, во-первых, понятно, современная форма, более современные виды рукояти, в данном случае это G10 на винтах. Наша классическая сталь 95Х18, но так же, как и с другими моделями, также мы будем делать и другие марки стали. Вы знаете, что у нас их больше 10 видов. Вот, ну, пока вот такой вот вариант. И я правильно понимаю, что это модель вот этого года, да? Ну, 2018. Да, мы презентовали ее на прошлой выставке «Клинок». Вот, ну и привезли ее сюда. И народ спрашивает обычно, ну какие цены, чтобы просто сориентировать, потому что я выложу контакты в магазин, чтобы люди просто могли представлять, что как-то. Вас понял. Стоимость 5000 рублей. В районе от 5000. Ну, в зависимости от комплектации, да. Также мы сделали классический финский нож. С бочкообразной рукоятью, с сечением по клинку в виде ромба, ну и загнутым вот этим хвостиком, носиком, то, что вот как раз таки... Вот так выглядит классический финский нож, да? Отсюда пошли финки, да, вообще-то, наверное? Да, ну на самом деле у финнов уже были несколько видов. Это были бочкообразные рукояти, были грибковые рукояти. Это вот финка лапи, вот эта предыдущая модель, это просто топ наших продаж. Это вот это, да? Да, вот этот финка лапи. Покупатели просто в восторге от нее. Настолько удачная модель получилась, что даже не могу передать весь спектр эмоций. Ну, хоть один, она легкая, удобная. Вообще, как на ваш взгляд? Или ручка очень удобная оказалась? Ну, конечно. Все, так сказать, да. Все эти формы клинка мы брали, мы заимствовали у оригинальных финских ножей. Соответственно, сама форма, вот то, что вот вы сейчас видите, она вымерена веками буквально пользования людьми. Ну, она не может быть неудобной. Клинок также 95Х18. Есть разные виды рукояти, рукояток. Это орех, граб и вот, в таком случае корейская береза. А вот эта модель, которая черная ручка, она следующая, да, после лайки? Да, но у финнов они были, ну, скажем так, одновременно были разные типы рукояток, разные типы клинков. Вот. Но для нас это новая модель, потому что раньше мы такие не делали. Но у них они были. Вот, пробуем. Да, интересно. Финка Сканди. Сканди, да? Да. А цена Сканди какая? От 3600 рублей. Ну, такие бюджетные цены, да, достаточно. Да. К нему также, к нему также, как и ко всем другим нашим ножам, кожаные ножны, кейсик, сертификат, паспорт. Отлично. Так. Ну, а все-таки вот, а для дома, для быта есть какие-то вот, Ну, вас понял. Давайте я вам покажу опять-таки топовые наши позиции. Я к тому, что сейчас люди будут подарки, может, там, ну да, что-то... Ну, может, даже не то, что бытовые кухонные, а вот именно вообще вот эти универсальные ножи, которые, да. Да, тоже сейчас покажу. Массовый спрос. Давайте вначале кухонные. Вот тоже в последнее время у нас прямо хороший такой интересный ажиотаж на эти две модели. Узбекские пчаки традиционные. А у нас два вида. Первый – это цельнометаллический, более такой толстый, надежный, с вогнутыми спусками от середины клинка. Мы его позиционируем как нож одновременно и для грубой работы, и для резки. Вторая же модель, более тонкая, можно сравнить. Сквозной монтаж, он намного легче, чем цельнометаллический. И спуски идут от обуха. Это прямо такой, ну, прекрасный резачок для шинковки, для нарезки. Да. Так, это кухня.
Теперь, что касается универсальных. Давайте я вам покажу опять-таки модель, которую мы недавно запустили в честь 20-летия нашей компании. Так. Ограниченная серия двух ножей, бекас и леса. Для сравнения, вот то, что мы делаем уже 20 лет, нож. А здесь это осовремененный вариант этого ножа. Вот тот, который верхний, да? Да. Зеленый ручка. Совершенно верно. Прямые спуски, в отличие от классических. Так. И целеметаллический вариант с разными видами накладок. Из G10 и из карбона. С темлячком, с бусинкой и прямыми спусками. Так. Это у нас лимитированная серия. Всего их будет не больше 100 ножей. Не больше 100 ножей? Да. Вот это редкость станет, когда со временем, я так понимаю. Все верно. Так что кто-то успеет сейчас купить, он будет потом только радоваться. А какая цена вот такого чуда? Эта серия у нас идет от 7100 рублей. Тут в зависимости, как я и говорил, от рукояти и от марок стали. В данном случае Omax, он стоит подороже. Ну то 11600. 11600, да? Да. Еще раз это повторяю, это какая-то юбилейная серия, да? Да. Посвящена 20-летию компании Air, да? Совершенно верно. Air. Да. Это вот как раз таки ножи, которые, вот вы говорили, нож для всего. Туристический нож, который можно использовать дома, взять с собой на рыбалку, в поход, на охоту, просто в машину положите, чтобы он знали, что у вас есть с собой инструмент. Нож для всего. А ножи к нему идут какие-то, да? Обязательно. Тоже какие-то эксклюзивные? Да, вы правы. Мы несколько изменили привычные нам ножны. Чехол такой, да? Обязательно. Кейсик тоже 20-летие. И ножны. Они выше классом по качеству, по толщине. То есть сама кожа здесь интереснее, чем у наших обычных. И погружаются они почти до конца. Они как якутские, да? Такой вариант. На самом деле он называется финский. А, финский. Еще это чехол специальный, да? Все есть, как бы, да. Ну, очень красиво, да. Очень такой. Стараемся. Подарок хороший, да. Вот что подарить, оказывается, можно к Новому году. Можно не только ножи. Также есть у нас интересная композиция. Сейчас вам покажу. Не хочет уходить на витрину. Ну да. Просится продавать. Продать его надо срочно. Пожалуйста. Шкодный кот пират с боевой сосиской. О, как здорово. Да, мне кажется, будет просто идеально смотреться на каком-то столе. Это у вас такая типа сувенирка, да? Да, да. Очень красиво, да. А сувенирка это, соответственно, вот такой ножик, да? А вот с котом идет, да, в общем? Или это можно и отдельно? Они по отдельности. Можно отдельно котом, отдельно? Можно отдельно сосиску. Ну, либо комплектом. Вот что подарить начальнику на Новый год, да. Также можно заменить сосиску на сигарету? Сигару. И тоже будет интересно. А это идея ваших, так сказать, дизайнеров, да, художников, да? Такого не было. И это пользуется спросом. А вот этот дизайн, это же для чего? Просто интересно. Вот я имею в виду лезвие, можно еще раз показать? Вот это что такое посередине? Это кинжальный тип лезвия. Ага. Это резать. Стоки, да? Это стоки, да? Это вот это что такое? Это, ну да нет, это просто элемент декора. Это не влияет совершенно на работу. На самом деле форма, она не позволяет, скажем так, качественно резать. То есть если вы будете хлеб, колбасу или что-то другое резать, он будет мять, потому что он толстоват. Этот нож, это скорее нож канцелярский для скрытия конвертов, для бумаги. Как вы правильно сказали, поставить его на стол, и чтобы он у вас был. Ну а так вот, возвращаясь, все-таки охота, рыбалка еще. Перешли от кухонных ножей, сувенир, к тому, что на самом деле является основой, наверное, компании вашей, да. Это да. На самом деле список наших ножей, модельный ряд, он огромный. Это больше 100 моделей ножей. И сейчас что-то одно выделить я не могу. Ну хотя бы смотреть. Так, чтобы уже зрительно было, да, давайте, на чем глаз остановить. Да, охота. Охота. Охота номер один, да. Понял. Охотничьей серии здесь у нас нет, потому что здесь нельзя торговать. Но, скажем, такой нож на Самаха.
У него большой угол атаки для того, чтобы можно было снимать шкуру, шкурить. Фальшлезвие для нанесения рубящих ударов. Самаха, да? Да. Охотничья серия вот ножей разделочных. Ценник у него от, грубо, от 3500. Отлично. Тоже зависит от марки стали и рукояти. Росомаха на старой модели вообще достаточно? Ну, года 3-4, да? Больше. Больше, да? Больше, да. Ну, зарекомендовал такой хит продаж, конечно, наверное, конечно, да? Да? Уже все, рынок знает. Я Росомаху поставлю в теги, народ будет смотреть и сразу. Ну да, я думаю, будет узнаваемо. Да. Хорошо. Модель получилась популярная. Да, Сергей. И для рыбаков. Для рыбаков. Для рыбаков сейчас, к сожалению, ничего нет. Но я покажу наш якутский нож. Так. Чем он не рыбный? Стриганина, да? Ну да. Первый шугол приходит сразу. Классическая выпуклая линза и стомесячная заточка. С большим долом. Да, вот такая прелесть. Сколько он стоит? Грубо от 3000. От 3, да? Да. С одной монтаж. Также разные рукоятки, орех, граб, корейский берез. Ну, здорово. Сергей, ну что, я вас замучил. С другой стороны, вы много рассказали, интересно. Мои поздравления и от наших зрителей, считаю, от наших фанатов нашего канала. Вот, хороших продаж. Спасибо большое. Хорошего уходящего года и начала нового, чтобы все было отлично. Спасибо вам, удачи, здоровья. Да, вам и компания. До свидания.